Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Не надо искать в интернете Архангельск прогноз погоды. Просто ПС включайте, и вот, я уже на работе. О погоде на 5 число в Архангельской области. В Котласе температура воздуха в среднем минус 6. Днем поднимется до плюс 1. На небе пасмурно, слабый снег. В Плесецке облачно, снег, температура воздуха минус 3, ветер сильный. В Вельске тепло, днем плюс 1, но сильный ветер и возможен снег. Ну и о погоде в Архангельске. Утром столбики термометров остановятся на отметке минус 4. На небе пасмурно, ветер слабый, днем потеплеет, но всего до минус 1 градуса. Однако на небе будет малооблачно, ветер сильный и возможен снег. Вечером в субботу небо и вовсе ясное, температура опустится до минус 4, ветер умеренный. А я хочу, как птица, петь и в облаках лететь, но так высоко и так легка дорога в облака. Смотрите прогноз погоды на телеканале ПС.